последнее приготовление перед отходом на весеннюю охоту 98 года. Последние сборы, последние затаскивания и прочее, прочее. На этот раз мы отбываем двумя вездеходами. Вот он первый, новый, сделанный вновь в этом году только. И это второй, но сделанный раньше, уже ходивший хорошенько. Загонщик. Из числа несостоявшихся охотников. Да. Но Лерчик, который взял себе, выдрал ноги, чтобы только не ехать на охоту. Хочет быстрее избавиться от нас. Покататься на легковой машине. За всех. Защити его, мать, плюнь. Тоже матом кроет. Я матом не крою. Вот такой он, вот такой он, гладкий, у нас только на 3 часа. Гладкий. Да ёшку тебя! Так, то есть готовность номер раз. Сава садится за рычаги, Витя, подожди. Пошел!
рассматривают, ё-моё. Соблюдение традиций. Барьеру! По рюмке называется. Так, где сливы? Ну, как и положено, за удачу! Соблюдал тебя, да? Символически. На маяк прям попил. Ну, какой подлый ветер все-таки. Дай бог, что наедем, может, стабилизируется. О. Да все равно, вот, погода говно. Так, ну что там, ребята, все готовы? Ну, журавли подлые еще. Даже журавли подлые. Ну что? Тут там? Это на сетке. Вездеход попался чей-то. Непонятно, пока чей. Так, разъезжаемся, поехали. Разъезжаемся, говорю, поехали. А что там? Не знаю, поехали. Способ выезда называется на бревне. У нас ошибка!
так не бывает! Максимабельс, это называется на бревне. Это называется на бревнышке, правильно? Это все мало, а не наверх. Они наверх зашли. Наверх, конечно. А где внизу? Ну кто ж так делает, ребят, дай. Ну дайте и там наверх. Только наверх, давай. И снизу, снизу поднять. Да. Вот видите? Вот теперь давай! Бог в помощь! Красота! Пошло, бревнышко, пошло! Сели совершенно случайно в трещину. Какую-то трещину. Забрали бревнышко, пошли, пошли, весело! Следующий вездеход к бревну! Подать вездеход к бревну! Как бревнышко! Вездеход к бревну подать! Да, сейчас он отъедет! Витя, подожди! Ходом пролетишь! А? Витя, говорю, подожди, подожди! Стой! Теперь сидит ты! Он
было ехать? Тренировка. Должны быть теперь как родные. А где ж хата твоего Гусева? Она дальше. А? Дальше. А? От Гусинки 7 километров еще туда. Чего? От Гусинки 7 километров. Да не видно что-то. Так, пока не видать вообще ничего. Ну как, вот он наглёйный. Нам вот туда ехать надо. Или цепляться за берег, потому что мне этот вездеход осохренел уже. За берег надо цепляться. Его очень тянет влево, это мы идем. А что такое дугой? Его тянет по черному влево. По большому кругу, это чуть ли не домой приехали уже. Да. Вот это мы. Это весенняя охота, не просто охота. Не скала лаза, а снега лаза. Ну ты чё, я вернись. Ну, тихонько, а ты, блядь, вернулся, блядь, вообще-то. Бешать надо по силанке. Снегу. Так, идем в кино. Это как пицца. Такое рисунок. Вадим, а? Кино такое рисунок. Да, вот так вот. Все, полезно. Наверх, смотри, цепляйся. Спокойно. Потихонечку, видишь. Напусти. А что? Давай. Пониже мы перед это. Первый пониже. Ты куда шлепаешь, юноша? А где я, вон? Вам по пояс будет. Вот туда. Да мы уже не до хорошего, что ты пишешь, что берег, мне этот снег вот тут уже. Его очень тянет влево, это мы по такой тупке приехали. Да, подойди назад. Пусть это что? Или
Крыловское бревно тренировочное. А как у вас здесь, как у вас? Оленя, давай. Ребята, вы веселее, веселее. Приели. Ребята, веселее, улыбайтесь. Да нет, у тебя плетка есть там на гайке? Улыбочка, улыбочка. Так, еще раз, ребята, вернулись на исходную позицию. России было три придурка. Ленин и вы двое. Бревнышком в мае. В конце мая. В конце мая. И за стулья еще. Палатку не поставили. Вот это, вот это наш лагерь. Первый день охоты сегодня. Ну, такой организационный день. Ну, по гусю шлепнули. Фирма. Ровный шар. Ровный шар есть. Так, так. И мне только нет контейнера. Так. Стреляем только французскими патронами. Кольчуга. Фирма. Фирма Made in France, черт. Реклама для фирмы. Фирма. Вадим Васильевич, а тебе фирма платит за это? А как же? Отлично. Каждая третья пачка бесплатно. Отлично. Вот это наша кухня. Там варится картошечка. А картошечка! Картошечка с килечкой, томатным соусом, соленым халетчиком. Томатная, килька в томатном соусе тоже красная рыба, потому что она в красном томатном соусе. Потому что она томатом, блин. Снегу очень много. Очень много снега, поэтому палатку не ставим пока. Повернись, Вася! Я вот эту единичку там что-то... Я подранково стрелял, они бьют скучно очень. Прямо вот, вот так вот вся дробь. Так что там надо или подальше их. Ну, усек, да? Ну понял, да? Понял. Вот это? Да. Все, я теперь вообще буду. Первый патрон идет без контейнера, второй с контейнера, дай ранку. Айда к нам в гости. Пожаловали хозяева Чупщи, хозяева тундры. Вот жена. Собачья упряжка и муж. Мужа зовут Герман. Приехали к нам в гости, а мы тут рядом стоим.
Охотничек. Но. А Игорь что, дебил там? Я что, стрелял? Стрелял? Облака высокие. Основной охотник баранов. Идет гусей здесь. Вон сидит целое стадо. Вот он. Вот его лично. Личное стадо. Сам выращивал. Теперь хочет дикарей еще. Они у него как живые, кружатся еще даже. Мы посмотрим, из какого он хороша, блин. Хочет кого-то тут застрелить. Вот, у него тут чего только нету. Наверное, выпивает, блин, в одиночку. Нету? Ну так, конечно, какие гуси. Тут целый отель, блин. Закуска, выпивка, нафиг, о! Гусям такой не нужен, скажу. Пьяный, хуже не ловит. Бывает? Да? Баранов все бывает пьяный, блин. Я обалдею с этих москвичей, блин, а. Не москвичи. Даже бочки затащить не можно. От воробьев, блин, пьяный, блин, приехал, блин. Смотри, это вездеход. От него сионисту. Всего два штуки. Оба в салоне. Обсели. Одного снял два штучки. Он один из них там живой шевелится. Привязал. Давай там легкий за ты. Пожрать привезли. Мы чукчем отдали все, всю твою экстру. Ну, остался флакон, но его пить. Вот мы ее отдали, один оставили. Она так-то работает, вот такой, на красный. Ну а это, а оттуда как вы доехали? Дорога, ну, дорога нормальная? Да какая дорога, если они по целине? По целине шли? Оттуда вышли, от Трехвозар. Назад, а назад когда вышли? Назад выйти на дорогу. Нормально? Да. Назад я закатал сюда, на я как
Правильно. Второй раз проехал. Тогда мы тогда на третьей скорости даже не ехали. Это так называемый скрадок охотника на гусей. Стад профиля гусиное. Яма снегу, обкладывается бустер со снега. Вот она добыча. Видели? Вот долина реки Эмыкуль. Здесь вот мы охотимся. Вон там вдали стоит наш вездеход. За бугром спрятался. Вот на этом буре крадок в виде водителя нашего. Подсадные гуси сидят, профиля. Журавли полетели. И я тоже, говорит. Пошел я. 26 минут осталось. О, здесь пух. И перья. То Вадик пошел за своим очередным убиенным гусем. Сава. Это Сава. А знаешь, почему Сава, нет? Не знаю, но догадываюсь. Попытка вырваться в славный город Певек пока успеха не имеет. Вот там вдали
сидят два одержимых человека. Так называемые скоробки, они целый день ждут, когда пролетит вот такая вот полость. Мы сидим уже восьмой час. Ноль эмоций. Фонд призрений. Ну, постреляли, конечно. Все как положено. А я даже не вижу, где скоробки-то. Ой. Ты попробуй приблизить по стене. Да проба ни хрена не получается. Значит, далеко очень. Здесь же километр есть. Нет, 800 метров. Красота, конечно, необыкновенная, но нам она уже оскомину набила. Сейчас уже в тепло, хотя здесь жарище, конечно, страшное. Больше всего, конечно, хочется просто помыться элементарно, потому что уже... Да какая-то сволочь летит. Прерываем запись, попробуем... Подъезжайте к... Коротку, я туда пешком подойду, потому что один я знаком. Давайте, заключали, поехали. А там мы потом, Жора, я там подойдем. Национальный чеховский, Серега. Мы вас ждем на скрабках. Хорошо. А там Коля. Давайте. А Коля уже...